Так, побачили з криші гриби, тут така посадочка, блін. Ну непонятно, мухомори или подосиновики. Вон один. Если то, конечно, гриб. Маленький. А ну, осё, иди сюда. Ёпте, белый. Вот так вот, блин. Дивись внимательно, мелкий может быть там. Так, и сегодня у нас 5 августа. Хотя видео на ютубе уже видели, блин, где тоже и белые собирают люди, и подосиновики. Сегодня вечером будем с грибами. Что-то Андрюха там щепа находил, короче. Погнал. Ай, так, работа кипит. Так, вот такие вот улов. За сколько ты там прошелся? За 10 минуток? 5 минут. Да я тебя сверху снимал трохи. Ай, красавцы, який ёпперный театр имени Глинки. Ага. Це білий нахуй. Ага. Біляк. Хотя. Нет, хотя не. Подосиновик. Не, подосиновик тоже. Нет. У білого ножка, блин, дебела. Капец. Все, надо сегодня вот там дальше пройтись еще, блин. Ты шо, ты шо? Да я как красота. Да я как... Ай-яй-яй. Во, красавчик. Ты бачь, они должны тут, если один есть, то должны рядом быть еще нафиг. Ну, это трехдневка десь. Они вот это три дня и такие вымахают. Ты ж бачь, я в четверг шел по над забором, проспатривал. Вообще ничего не было. Ну, да, за выходные дожди прошли. Диви, как они повылазили.
А посадочка чудесна тут для грибов. Та їх тут ще буде. Ми ще тут дадим їм жизни, блин. Сыроежка, и там сыроежки будут. Ну, коль такие грибы тут есть, то сыроежки что-то даже... Опа, вот это что такое? О, масля. Не, маховик, походу. Или же этот, подберезовичок молоденький. Больше на маховика смахивает. А тут и маслюки должны быть, по идее. Что, молоденький, молоденький? Ага, писюн, дивы, два. Ай, красавцы. Один, второй. Вот, вот так они и должны расти. Группами. Или же просто ще рано? Ще рано. Ще рано. Боже. І, ну, тут черви. О, от групи пішли. Тихо, 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 ти показуй, показуй. Раз. Два. Три. Ой, це я зламався сам. О, шикарно. Тихо, тихо. Вот так от. Гриби собираємо прямо на роботі. В обідній перерив. Ну, в принципі, як завжди. Що ти там побачив? Ага. Чи подожди. Ну це не. Це маслюки, а це. О, масля. Ну це я навіть не знаю, що це за гриби. Ні-ні-ні, ось маслюк. От маслюк. Молоденькі. Это, блин, надо каску снимать. Блин, ну вот это что за грибы? Это что-то похоже на чешуйчатку. Бля, не знаю, значит не буду брать. Ого! Зантяри, блін. Два. Так це треба, блін, подождати, поки вони розкриються. Що ж зараз толку з них? Раз, два, три. Он ще четвертий бачу.
Молоденькі бошки. От четвертий, блін. Щас, он п'ятий, блін. Та що таке, блін, тут грибів скільки, в мене глаза розбігаються. Ну, маслюки нафіг. Оце маслюки. Оце віщ. Диви, які. Клас. Та. 5 августа. Грибной сезон пошел повним ходом. Диви, які вони всі сочні такі. А! Так. Де? Такі. Ну, хто-то собирав тут. За зонтами треба буде. Опа, Андрюха, очки твої? А? Ні. Ну, а ось тільки що наступив, дивись. Потеряв. Ща, подожди, ось подберезовичок. Мелкий, правда. Белый. Где белый? А, вот все, дивись, тоже подберезовик. Старый. Это тоже подберезовичек. Дивись на ножку, бачу, она как березка. От по окрасу. Та ти що, блін, а зонтов там скільки, Андрюха? Ну ми пройшли їх. Вони тільки-тільки, блін, молоді шляпи у них. Надо буде завтра, послезавтра зонти, як порозкриваються, шляпи позабирати. Ти що, то ж делікатес, куриця. От така от посадочка. Обалдеть. Порадувала. Зараз уже доходимо до своїх вагончиків. А там лісок цей дальше йде. І можна пробрити там. І ще по лісу, блин. Та отам он за отой штукой можна отцепити. Там такі крючки, блин. Поділені. А тут потом, що ли, пробриться? Диви, тут теж такий знатна посадочка далі йде. От, а це тут, да, якраз. Фу. Ну і отак, ну. Посадочка добра, да? Давай я подержу. Чётко. Полна каска. Одна и
Вторая чуть не полна. За 10 минут. Опа. Так, ну вот, в общем, вот такой результатик. Пробежались на обед по посадке. Ляпота.